так только что записал обзор на произвольную программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Но снова все то же самое, все отчитанное и отруганное. Но, пожалуй, можно выделить Лизу Медведеву, потому что, по сравнению с короткой программой, где было все плохо, очень неуклюже и неряшливо, то в произвольной все было гораздо лучше, по крайней мере, в первой половине. Платье замечательное, прыжки вкусные, но чувствуется именно зажатость. Помимо всей этой тяжести, неуклюжести, есть зажатость. Прям корпус зажат, плечи зажаты и неуверенность. Так она здорово может делать прыжки, но при этом боится. Прям не хватало ей легкости, раскрепощенности, скорости. Сбросить вот эту зажатость и просто катать. А она прям выходит на лед и уже какая-то несчастная, перед каждым элементом боимся, суетимся, и тем не менее даже умудряется делать, но на второй половине уже не хватает. Там еще больше вылезает неряшливость, неуклюжесть и все остальное. А так вот чисто внешне все очень симпатично. И платье, и прыжки, и осталась хотя бы зажатость. Убрать, раскрепоститься, уже будет в два раза лучше смотреться. Ну а полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом туда подписываться. Кто же лучше?